Карл! 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 Один готов! На совет! Да, такой! А, черт, еще дергается! Нет, уже нет! Совет! Вот он, половозрелый калифорнийский горный хипстер! Карл! Трэвис! Охотники на хипстеров Лос-Анджелеса! Меня зовут Карл Эванс, я занимаюсь охотой на хипстеров уже около 7 лет. Некоторые любят охотиться на дичь, медведей, оленей, там все такое. Я лично предпочитаю валить тех, кто заслуживает сдохнуть. А это моя правая рука, Трэвис Гейтс. Скажи привет, Трэвис. Здорово. А это моя хата. Я новичок в охоте на хипстеров. Какое-то время я стрелял диких панков в Орегоне, потом мочил эмо где-то в начале 2000-х, пока их не занесли в Красную книгу. Вот этого я взял первым. Это южно-калифорнийский неоновый очкастый хипстер. Это видно по его тупым очкам без стекол и ублюдочной курточке с помойки. Он думал, что он крут. Теперь вообще нет. Я выслеживаю в чем-то небольшом и оранжевом. Шапки, че ли? А, ты знал. Мы убиваем хипстеров в их реале с марта по октябрь. Но вообще их нельзя убивать в черте города, и если у них еще не отросли усы. Мы находимся в мировой столице хипстеров, рядом с озером Лос-Анджелес. Это место знаменито своим засилием хипстеров. Им нравится. Они приходят сюда за дешевым кофейком, винтажной одежонкой и в магазинчиков на музыке. Проблема в том, что если они приходят, они тут и остаются. Не видели хипстеров? Что? Хипстеров не видели? Да они повсюду, только оглянись. Хипстеров не видели? Мы слышали, они приходят с холмов, пугают людей, покупают майки и всякую хрень. Увидите хоть одного, звоните сразу. Звонок бесплатный. Мы тут типа за местностью присматриваем. Как только возникает проблема с хипстерами, мы ее решаем. Они тут шопятся постоянно, прямо в моей мусорке. Я уже заколебался. Что вы выбросили? Ну что я выбрасываю? Шматье старое, жрачку порченую. О, секите, да вон же один прямо там. Вот, возьмите нашу визитку и позвоните, если оно вернется. Воздержитесь и не выбрасывайте винтажные тряпки, старое музло и киношки. И подумайте о том, чтобы запаролить интернет. Если они найдут халявный Wi-Fi, вот тогда начнутся проблемы. Я выслеживаю их вместе с чем-то небольшим, зеленым и мохнатым. Пальма? Да пошел ты! Жулик, прямо сейчас мы едем проверять ловушки в лесу. Есть дофига способов поймать живого хипстера. В качестве приманки можно использовать старый велик, типа элитное пивко, механическую печатную машинку и всякое такое говно. Иногда мы используем флайера и плакаты на эксклюзивные концерты и арт-шоу. Проблема в том, что хипстеры два раза не ведутся. Потому что два раза — это мейнстрим. Это был долгий день, пока никого не взяли. Но всегда есть запасной план.
Мы тут надыбали всяких говнодемок убогих группешек, о которых никто и не слышал никогда. Секите сюда. Разводной цитрус. Графон в коридоре. Непосредственность гуфа. Тик-так, оба-на. Выглядит, блин, отвратно. Посмотрим, придут ли хипстеры на это говно. Есть один. Если мы ловим живого, мы его помечаем и отпускаем. Самый простой способ следить — найти его акт в Твиттере и фолловить его посты. Был подстрелен белыми ублюдками. Перепостите. Мы следим за писульками этого мудака весь вечер. Похоже, что где-то тут у них есть лёжка. Мы нашли следы от велика, узор покрышек просто древний. Так что развалюха на ходу. Видать, чинят. А еще мы нашли это, отличные штанцы, обрезанные по колено вообще. Гадость. Они где-то тут. Карл! Карл! Карл, вот они! Боже, дофига! Нужно быть осторожным, могут скинуться. Нужен план. Трэвис! Трэвис! Назад! Назад! Я кружом, Карл! Трэвис, не двигайся! Карл, они ржут с моего прикида! Говорят, гейски! Просто успокойся! Нашли айфон! Чёрт, я же сказал, дома оставь! Нашли там Angry Birds! И ржут с моей музяки! Чёрт! Говорят, попей пивка элитного! Не пробуй, на вкус реально говно! Ну, не так плохо, чел! Довольно забавно, чел! Я тут прикину, может, я реально лучше остальных? Не хочу быть конформистом! Борис, Трэвис, не сдавайся! Господи, что ж со мной творится-то? Трэвис! Нет!